как всегда после ночи долгой, наступает утро дня нового. Наступает утро вечности после тьмы, однажды опустившейся над миром. Ибо заканчивается детство человечества, наполненное неразумными слепыми деяниями, блужданием во тьме кромешной. Солнце истины восходит к сердцам ждущим, пробуждая почву душ человеческих цветению лучезарному. И вот рассеивается тьма ночи безликой, и вместе с наступающим утром Сын Человеческий ступает на землю израильскую. Предстала пред взором путников Хайфа, город древний, город новый. Блажен день сей, когда земля ранее обитала,
ныне вновь понимает истину великого Отца. Должен день светить, ибо причастен великой славы Божией, в канун Его и великого явления. Мы немногие, возлюбившие истину, собираются в тесном кругу, в тесной семье, предначертанной Отцом. Великий канун, когда спустя много веков однажды должно было свершиться великое предначертание. Ибо много лет ранее, в день сей, тьма лежала на земле. Она возлегла и потянулась на долгие века. Тьма, покрывающая лучи людей. Хаос был воцарен над землей. Великий хаос, который повлек великую путаницу и гибель многих детей Божьих. Великие страдания и кровь, которую слепцы проливали ежесекундно до сего времени. Не должно было этому времени длиться много, ибо это тот обреченный шаг, который впоследствии должен повлечь гибель всего вознесшего руку с камнем. Ныне час собрать камни, брошенные неосмотрительно много ранее, бросаемые сейчас. И каждый воистину говорю, отныне будет достойно вкушать то, что он посадил. Каждый в обилии вкусит плоды своего пути, который выбирает сам по воле своего выбора, по воле своего сердца. Не должно тьме многое царствовать. Князю мира воистину ныне повергнуты должны быть. Посему ныне наступает время, когда истинно говорю вам, Сыну Человеческому надлежит взойти на Царствие, уготованное Отцом. Этому время пришло. Ныне истинно великой славы проявится. Великая слава Отца. И вы, дети устремленные, воистину коснетесь многого. Вас ждет великий путь, вас ждет великий дар, который безмерно наполнит ваши сердца. Будет ли достойно воспринято? Будет ли достойно оценено? И пред часом событий великих, вы вкусите хлеб, который ныне благословен будет, и да познает истинно чрево и разум ваш то, что уготовил вам Отец. Воистину будет так. И да будет благословен хлеб дома сего, да будет благословен, и да насытятся вкушающие, и пребудет на них
благодатью Твоей, Отец. Да будет так. И да укрепится, да не пошатнется поступь. Да будет рука тверда, а сердце излучает свет солнечный. Да будет так. Гора близ Иерусалима, хранящая в себе время далекое. Шел Сын Человеческий на гору древнюю, выбранную им для молитвы трепетной во славу Отца. И разошлись ученики от Учителя по направлению руки Его на 14 шагов, образовав крест живой. И восславил Сын Божий вместе с идущими за Ним Отца Великого, и восславили волю Его и силу безмерную, проявляющуюся на пути истинном во имя предстоящих свершений. Шел Сын Человеческий дорогой давней к месту траурному, на котором ныне храм имени Его, храм, наполненный суетой безмерной, торговлей и ожиданием чуда. Come on.
ушел учитель в тишину гробниц древних пророков и царей времен ветхозаветных. И печально было ему за все увиденное во храме, где пол покрыт разбросанным мусором и банками из-под воды, где место памятное заставлено заграждениями с надписью «Полиция», ибо как скот ограждают человека во доме Божьем, как велика толчья и нежелание возлюбить друг друга, как будто только что закончилась большая концертная программа, и зрители наконец-то дождались главный номер — чудесно возгоревшийся огонь. А дождавшись, в гомоне великом восславили чудо и сотворившего его. И оставили арену в нечистотах и мусоре, ибо пока ждали чудо, ели и пили. Но забыли человеки главное, что это не концертный зал, а храм Господень и гроб его. В Гефсиманском учитель поведал о тайне огня благодатного, который однажды возгорелся чудесным образом, о том, что люди не сумели впоследствии узреть сокрытую ложь под блеском этого чуда, рассчитанного на открытые глаза, но еще не прозревшее сердце, и то, что этим знамением было выделено верование, одно из многих, и привело это к вершинам несчастья, ибо утратили связь между поступками своими и тем, что запечатлено для человека в Писании Священном. И связывают люди возгорание, проявившееся в полдень, с таинственной минутой воскрешения, сотворившейся 2000 лет назад. Неужто, ослепнув от чуда, они забыли, что минута великая проявилась в ночь под утро недели новой, и, конечно же, не ко дню субботнему, в котором ныне возгорается чудесное пламя.
Не понимает человек, что и тьма способна низводить огонь на землю. Где же та бдительность, которой однажды призывал учитель? Предстала пред взором идущих земля Вифлеемская и печальная тропа к могиле матушки. Спешил сын к могиле матушки, затерянной на окраине Вифлеема, среди заброшенных захоронений древних. Спешил второй раз за тысячелетия. Когда-то в жизни далекой мать проливала слезы над могилой сына. В свершении же нынешнем, по воле отца любящего, сын
второй раз преклонил колени у праха материнского. Чадом возжаждавшим. Матушка Мариам ныне здесь, рядом с вами, но молчит до времени, ибо не должно ей изрекать из уст речи славные, на то воля Отца. И не может она приступить через запрет Отца, доколе не придет время, когда должно будет разомкнуть уста и молвить слово свое к вам. Но да будет на то воля Божья, и да познаете, и да пребудет она с вами в помыслах и речах.
собрались идущие за ним по слову его. И взявшись за руки, и вознеся их к небу, восславили Отца и день сей в единстве душ своих. И вторили минуты торжественные колокола Вифлеемские. Оказались путники в гостеприимной арабской семье. Хозяин дома с нетерпением ждал встречи с учителем, ибо прочитал ранее крупицу малую слова его и принял ее сердцем своим. И пришли близкие их познакомиться с человеком, являющим истину Божью.
и благословил учитель хлеб дома сего. И вкушали жаждущие хлеб сей, преломленный руками его. Кесария – древний город Великой Империи, камни которого помнят поступь Иисуса. Сколько раз человек устанавливал здесь господство свое, принося разные веры разных царей, и вот ныне от господства сего остались лишь развалины и все тот же шум прибоя, несотворенный руками человеков. Thank you.
то есть теперь цена твоя. Сотворение рук человека, вознесших имя свое до небес. Однажды ты готов был надменно расхохотаться, взирая на истину, данную тебе. Ты готов был поставить гордую поступь на неспосланное Богом. Что теперь имя твое? И что стоит слава твоя? Ты однажды в невежестве устремился наступить на меня, не познав величия славы Отца моего. Величие славы, которое позволяет спустя время мне поставить стопу на твой прах рассыпающийся. Не ведало времени, о вечности. И ты блистал славой временной. И вот ныне ты прах. Ты все более рассыпаешься, и в скором времени от тебя не останется ничего. Поступь же моя вновь свежа, вновь тверда, как и прежде, ибо это предначертано мне отцом моим. И она не поколеблется из века в век, по вечности мне ступать должна. Счастье тем, великая слава тем, кто сумеет воспринять данное им Богом великим, Богом живым, ибо ступать им по путям вечным надлежит по предначертанию. Благодать Божия да пребудет на челе детей сих. Но великим слепцом будет тот, кто прострет руку свою против воли Творца. Его удел такой же прах и небытие.
предстал перед путниками Назарет, город детства далекого, бывший когда-то незаметным маленьким селением, освященный началом великим на весь мир. Велика печаль и тяжесть, когда приходится созерцать изваяние рук человеческих, сотворивших во имя Его, но ныне отвергающих Его. Когда пришел Он в мир, говорящий о Нем, но пребывает в Нем, как чужой. Преображения Господнего. Все как и прежде, только идущих за Ним ныне 9.
Сами мне похожи с такими рогами. О, да, на космос. А ты кто? На ухо залез. Великой сказочной минуте, когда стирается понятие времени, и когда воистину проявляется слово. И был день, как тысячу лет, и было тысячу лет, как один день. Прошла одна ночь. Кругом минуло очень много, многое изменилось. А здесь, в этом кругу, как бы не поменялось ничего. Те же жаждущие сердца, те же жаждущие глаза узреть истину и познать ее. Великое время, о котором мы будем вспоминать долгие времена, всю свою жизнь. И воистину многие из вас
будут с трепетом рассказывать впоследствии своим детям. Многим, жаждущим также все это услышать. Сейчас вам предлагали даже возможность услышать слово в храме, который стоит на этой горе. Горе, которая простояла долгие века и видела много пророков. Она видела много праведников, живших на склонах этой горы, которые в уединенности вырубали себе комнатки и жили вдали от мира, тайно, пытаясь общаться с Великим Отцом. В память о многом великом люди построили храмы. Построили храм на этой горе, где искренне ожидают второго свершения, обещанного много ранее. Каждый из них верит, что оно будет в том виде, который каждый представляет. Но может ли разум человеческий то ограниченное вмещать величие божественное? Может ли оно представить то, что жаждет сделать сам Отец? И в том виде, которым только Он жаждет, в котором видит наиболее благоприятное. Но что есть человек, которому очень много даров божественных, но который способен и обретать много ложного, во что начинает верить? И тогда его трудно остановить и помочь увидеть свет. Стоит на горе этой храм. И люди ждут. Ждут. Не замечая, как истина приходит к ним тайно и изливает живительную влагу своим кустам и ушам, жаждущим. Кустам и ушам, искренне устремленных, тем, кто воистину жаждет влаги Отца и кто воистину способен познать истинный ее вкус. Ибо истинный вкус воды испытывает только лишь испытывающий жажду, тот, кто пьет от жажды, но не тот, кто пробует очередной вкус воды. Вам предложили возможность услышать слово во храме. Но кто скажет, что сей храм хуже? Воистину это скажет только слепец. Ибо это не сотворено руками человеков, но по воле великой природы, по воле великого Творца. И истинный храм Бога, он там, где сердца человеков сливаются воедино. Там, где даже двое или трое собираются во имя Мое, там и есть Я, там и есть истина, там и есть, значит, жизнь. И больше этой жизни придумать ничего нельзя. Посему вы слышите журчание ручья истинного не под сводами рукотворными, но там, где живительный источник способен пробиваться естественно из-под камня природного. Он выбивается, и нет равного ему по вкусу. И не может быть ничего.
И вы запьете эту влагу. Вы запьете влагу животворящую, и воистину жаждать не будете вы век, но будете сами во многом источниками животворящими. Ибо эта влага будет истекать от вас, и вы понесете ее далее, трепетно передавая от сердца к сердцу, и ваши братья и запьют ее, и запьют и возрадуются. Счастливая улыбка озарит их лица, и тем более лица отца возрадуются, взирая на ваше единение. Ныне время постигать вам веру, удивительную веру. Веру, которая является единым путем рода человека, единым путем, помогающим восходить к великим вершинам. Когда нужно поверить Отцу, когда нужно почувствовать дыхание Его рядом с собой, когда нужно видеть Его глаза, взор Его зоркий, недремлющий. Глаза Его, переживающие за детей своих. Ибо наделив вас очень многим, вы обрели таинство непредсказуемого в себе, а значит, великое множество ошибок стало вам присуще. Это ваша истина, и ошибку вы будете делать бесконечно. А вот качество ошибок будет изменяться. И как же не переживать Отцу? Если дал вам великие возможности, Он видит, как вы много еще ошибаетесь. А ошибаясь, способны влечь великое горе между собой, убивая друг друга, даже порой не ведая того. Это горе большое. И эту истинную жизнь свою вам надлежит познать, чтоб помнили вы о великом стремлении, о стремлении постигать волю Отца, о стремлении исполнить каждую истину Его, которую Он вам открывает. Каждую. И вы услышите ее в тот момент, с мгновения которого вам надлежит ее исполнять. И отдать этому все свои силы. Ибо в противном случае сложно будет помочь вам. В этом случае выбор остается за вами. Так будьте достойными. Услышав истину, отдайте все силы свои, дабы исполнить ее достойно. Трепетно, каждым шагом своим. Утвердите стремление двигаться вперед. Потому что только в стремлении ваша жизнь. Не в том, когда вы будете считать свои падения. Чтобы вы помнили навеки. Ибо истинно говорю вам. Побеждает не тот, кто меньше всех падает. А тот, в ком не погаснет стремление. В ком оно будет гореть вечно. И тогда он всегда будет двигаться вперед. Как бы он ни двигался, это его путь, его слабость, которая у каждого из вас индивидуально и неповторима. И это и есть великая истина, великая слава, когда вы не движетесь одинаково и не призваны двигаться одинаково, а значит истинно. И не должно вам судить друг о друге одинаково. Ибо вы не одинаковы, и не будете никогда такими. Значит, истина первая – это стремиться понять друг друга таким, каким этот человек есть. Он родной брат, и его надо познать со всеми его внутренностями мира его. Этот мир прекрасен, он неповторим, и ему нет цены.
И в жизни вы будете стремиться понять друг друга. Понять, чтобы, почувствовав слабое, вы всегда были рядом с твердым плечом своим и подставили его, когда брат пошатнется. Вот этого ждет отец. Он ждет этой милости друг другу, когда вы научитесь творить. А не когда ткнете в друг друга перста и укажете: ты такой, а ты этакий. Конечно, он такой. А почему он должен быть другим? Он такой, какой он есть. Когда что-то рождается, оно не бывает совершенным. Совершенным не рождается ничего. Все бесконечно развивается, и только слепец скажет: что-то есть совершенное. Ибо если кто-то останавливается в развитии своем, значит, он пришел к смерти. Только смерть не развивается. Всякая жизнь, она имеет развитие. И так как развитие начинается с точки грубого, невежественного, слепого, а сам путь совершенствования вечен, так значит, на любом отрезке времени своего движения, взглянув на себя, вы скажете: какой же я еще слепец, какой я еще неумеха, я ничего не научился сделать еще. И так будет проходить вечность за вечностью, долгие века, но вы ничего так и не научитесь делать. Вот поэтому истина, движение вперед правильно, только та, которая основана на смирении, ибо ежели его нет, вы убьете сами себя своими мыслями, потому что будете мерить себя разными мерами, объемами, и говорить, что я не смог сделать то, какой же я неумелый, почему я так не умею, почему я такой грубиян, и вы будете терзать себя бесконечно. Тем самым вы убьете себя, и сил у вас не будет. Смиренный человек, помните, взглянув на себя и увидев, что он невежа, грубиян, слепец, он говорит: ну и что? Он счастлив от того, что ему жизнь дана Богом. Жизнь дана, и дана возможность идти вперед. Так что же тогда постороннее? Так устремляйся вперед. Устремляйся, естественно. Ты всегда будешь неумеха. А делать будешь все лучше и лучше. И это будет расти бесконечно. Смиренный человек постигает счастье своей жизни. Он счастлив от того, что ему Богом дана жизнь, и нет более счастья. Не может быть более счастья у человека от того, что ему уже дана жизнь. Так живи. Живи и пей эту жизнь. Пей, что происходит вокруг. Ибо этот аромат удивителен. Его надо научиться пить. И вот подумайте. Ваше счастье – это ваша жизнь. И ваша рука, которая обретает даже черствый хлеб, покрытый плесенью, это то, что уже вы обретаете выше своего счастья. Это дополнительно к вашему счастью. И будет ли он забран опять кем-то, счастье у вас остается, вы живете. Так можно ли огорчаться от того, что с вас снимут верхнюю одежду, с вас снимут нижнюю одежду, у вас заберут вокруг все. Вы не можете огорчиться от всего, потому что у вас осталась жизнь. У вас осталась возможность дарить свое сердце ближним. Цены этому нет. Это и есть самое счастливое. Но человек привык брать в руки слишком много. Ему не нравится и черствый хлеб. Ему хочется помягче, побольше. И ежели хотя бы чуть-чуть из этого многого кто-то забирает, великое горе внезапно покрывает лицо этого несчастного. Так где же его вера? Вот такова истина этим познанием.
которым так в гордыне вознес себя человек, утверждая себе как о неком великом начале, но счастье которого зависит от внешних проявлений. От того, будет ли у него в руке больше, или что-то убудет, он сокрушается и радуется, не понимая, что счастлив он уже только от того, что живет на этой земле, только от того, что он является чадом великого Отца. И каким быть на ладони его, есть ли в этом разница, если он на ладони Отца? Большего величия и искать нельзя. Поэтому постигайте смирение, будьте смиренными, будьте скромными, думайте больше друг о друге, жаждуя друг другу радости, счастья, здоровья, света и прозрения, молясь друг о друге и не задавая вопросы, как я могу помочь тому-то или другому. Молитесь, и большей помощи вы сделать не сможете. Ибо молитва о человеке, ваше пожелание внутреннее о здоровье его, о его прозрении счастья, это самое первое, это самое большое, что принимается человеком сразу его сердцем, минуя его сознание. И он воспримет всегда это в чистом виде. Не воспримет его разум, так не в нем дело. Дело в его душе. А она всегда воспримет то, что дается воистину. Она примет, даже если он того не разумеет. И она окажет ему помощь. И эта помощь всегда передается в самом чистом виде. Она не искажается. Духовную силу исказить нельзя. А вот помощь ваша внешняя, помощь вашими руками, ее учитесь оказывать. Ибо этому надлежит тоже особое искусство постигнуть. Не каждая ваша помощь несет воистину поддержку встающему. Часто ваша помощь может обернуться и подножкой. Умеете ее оказать. Но помните еще самое главное, что оказывая внешнюю поддержку, ее прежде воспринимает человек через сознание свое. И ежели сознание у него подобно вот этой ветви, сухой и кривой, то, увидев розу в ваших руках, его сознание отпечатает внутри камень, грубый и холодный. И тогда он возмутится на каждого из вас. Что вы принесли мне свой камень? Неужто льной вы хотите моей жизни? Трудно будет ему увидеть цветок. Поэтому не всякую помощь человек может увидеть сразу. Истинную помощь. Но всякую духовную помощь он воспримет беспрепятственно. Поэтому не смотрите. Не смотрите, как собрат воспринимает вашу внешнюю помощь порой. Торопитесь правильно относиться к нему. Дарите ему свое сердце, внутренне желать ему все. И не смотрите, как он отнесется к вашей помощи. Даже если у вас будет дорогой подарок, который вы ему подарите, и который вы искали всю свою жизнь, чтобы принести радость этому человеку, и вот вы принесли ему на ладони, сказав: «Возьми, дорогой брат наш», предвкушая радость на лице его. И если он возьмет этот подарок и тут же при вас выбросит на помойную яму, это не должно покоробить вас. Ведь вы прежде жаждали порадовать его. Вы внутренне уже несли, предвкушая счастье,
Вы уже внутренне видели его улыбающимся. Вы уже внутренне отогрели его намного. И если он выбросил, ну так не в нем дело. Внешний дар, хороший дар. А это внешнее. Ваша суть внутренняя. Вот внутреннее питайте. Пусть внутреннее будет первым в вашем понимании, в вашем поиске. А внешнее пусть оно добавит. Пусть оно облагородит, но оно уже второе. Так вот прежде не теряйте внутреннего. А обратив все свое внимание на внешнее, вы будете несчастны. Вы будете очень много страдать. Страдать страданиями, которыми придумываете себе сами. И очень трудно будет вам увидеть истину, данную Богом. Очень трудно будет понять то, что открывает Отец. Это будет большая потеря. Цена этой потери – прах. Но так вы должны быть достойными чадами Отца своего, чтобы воспылали, как огонь сей, чтобы могли обогревать многих и освещать путь для многих. Так грейте, грейте, постигая веру Отцу своему. Доверьтесь Ему полнее, будьте смиренны и кратки, смиренно принимая все, что встречается у вас на пути, ибо это великая радость. Будет это целое, прекрасно. Сломается что-то для вас, еще лучше. Счастье от того, что вы идете, и постигайте это счастье в стремлении своем двигаться вперед. Только вперед, твердую поступью, всегда вперед. Удерживаясь истины, трепетно чувствуя дыхание Отца, молитве и покаянии устремляться вперед. И тогда ваш индивидуальный путь, он покроет все. Он будет достойным. Ибо Отец, Он прежде смотрит на ваше искреннее, на вашу устремленность, а не то, упали ли вы под тем или иным грузом или нет. Он смотрит, как вы его пытаетесь нести, сколь искренен был ваш порыв. Вот это первое и оценит Отец. Он и ждет этого от вас. Вот и умеете это все оценить. Оценить достойно, воспринять сердцем своим и подарить хлеб своего сердца ближним, не требуя от них ничего. И счастье прибудет на земле, сказка великая торжествовать будет. Сказка. Какое прекрасное слово. Хотя многие в невежестве говорят, а почему же сказка? Им кажется, что это что-то неправильное, что это что-то несбывчивое. Вот это и есть болезнь человека, что он мечтал о добром, о светлом, о возвышенном только в идеальной форме. Не допуская даже мысли, что это может сделать он сам. А все это в его руках. Способность делать счастье другим – это все в ваших руках. Так делайте это достойно. Мир волшебный, сказочный. Ибо кто скажет, что вы ныне находитесь не в сказочной минуте? Так да будет.
так, как заповедал Отец. Как заповедал. И как проявится ныне слава Его, слава навеки вечная. И воздадите вы славу Ему, во славе Отца Своего, Вселюбящего, Великого. И воскричат сердца ваши, славься, Господи, славься, милостивый, славься, живый и истинный, Отец Великий. Да будет так. Подошел к пиру царственному монах францисканского ордена католического именем Эндрю, служащий в охране на вершине Фавора, и сказал, что ждет путников, ибо, познакомившись с учениками, которые побывали уже во храме, и прочитав малую крупицу слова истины, он приглашает учителя из России обратиться со словом к возжелавшему слышать и к ученикам своим. И сказал Эндрю, что пророки и предсказатели мира нынешнего предрекают скорое появление Христа на Фаворе, и что весь Фавор, все монахи ждут это великое событие, одни часи которого не знает никто. Но легче ждать, чем дожидаться. Ныне же приходит время истины, и свершается ожидаемое, но примут ли ждущие? У них закрывается с 12 до 2 примерно. А после этого или то. Даже если вам захочется здесь поспать. There's a lot of grotto. Okay, welcome, bon appétit, and we'll see you later. Приятного аппетита, добро пожаловать, до скорой встречи. I love you. All my heart. Thank you.
волею Отца суждено ступить Сыну Его на царственный трон, дабы в Царстве Своем сотворить угодное Богу. И молвили небеса устами Давида Святого: «Да будет сие Царствие во славе и силе Его, яко и было заповедано много ранее, и кое не было сотворено до сего дня. Ныне сие совершается зримо, как и то, что стоит Он пред вами во духе плотном, яко и 2000 лет назад. И имя Ему было Иисус. Ныне же познайте новое имя и новый лик, кое не были ведомы никому. Постигайте Слово Его и да познайте истинную любовь Божию. Да будет так». Дорогие дети Божии, ныне совершается великое время, которое будет полыхать по земле Матери, оповещая род человеческий о великом свершении, которое Отец обещал детям Своим. Вы знали заповедь: когда дом разделится сам в себе, ему нет цены, он рухнет. Вы знали заповедь: когда царство разделится само в себе, оно рухнет, ибо нет ему цены. Посему воистину возвещаю вам, как верующий человек скажет о себе истину, а о другом скажет, что там нет, этому верующему нет цены. Это не может быть верующий человек, ибо верующий – это тот, кто принимает семью единую, который становится единым целым с Отцом Своим, который исполняет заповедь Ему единую в великой любви, в великом объединении сердец людских. Вот воистину верующий. Верующий не скажет о себе названием каким-то новым. Верующий не может назвать храм сей домом человеческим, ибо дом сей Божий, и только именем Бога он может быть наречен, но не именами человеческими. Посему верующий тот, кто постигает великую единую любовь к другам своим, братьям своим, ибо все вы дети одного родителя. Много ныне предсказывали люди о предстоящем свершении. Много было обещано им. Они много ожидали. Они о многом говорили, но они не могли уразуметь то, что мог заповедать великий Отец. Ибо только Отец ведал о том, что может ждать народ человеческий. Посему воистину именем Бога, именем Бога Живого, я возвещаю вам: все обещанное над вами свершилось. И ныне познаете вы то, что предначертал вам Отец. И ныне ляжет между вами черта, разделяющая на праведных и неправедных, на пшеницу и на плевелы. И ныне познаете вы великую славу Отца Своего. Воистину, да будет так. Аминь. Надеюсь вас еще раз увидеть и желаю вам вашу миссию паломничества. И опоздал Эндрю, вкушая пищу обеденную, испить влаги истинной, излившейся во храме из уст Сына Божьего. Но сердце его тянулось к человеку в хитоне багряном. Я надеюсь, передаю свои сердечные пожелания вашему учителю, чтобы, надеясь на то, что у нас будет продолжаться духовная связь. Okay?
Почему у него Иордан. Далека дорога до истинного крещения, которое протекало когда-то. Не близок путь от того места, которое почитается ныне. И никому не ведомо, что многие места, почитаемые как святыни, являются ложными, ибо, двигаясь во слепости, люди легко ушли от путей праведных и потеряли святыни бесценные. Здесь это было. Здесь голубь белый слетел с небес.
И омыл учитель водой благодатную глаза и уста идущих за ним, дабы не осквернялись уста их словами хульными, дабы были зрячими и бдительными на пути праведном, и грязный липкий туман тьмы не покрыл очи их. Ибо ступающий рядом и срывающийся с узкой тропинки истины несет ответственность не только за себя, но и за многих, идущих следом. Крепка поступы и души за светом Твоим, да не пошатнутся и исполнят достойно воли Твою. Да будет так. Генесарецкое озеро, хранящее в водах своих память свершения прошлого. Ибо сколько влаги живительной излилось на берегах его из уст Иисуса. Почти все идущие следом в прошлом свершении пошли за ним с этих берегов. Еще так.
Лапка такая. До следующего знакомиться. Да, каждый. Не по щекоте ему, он щекотки боится, наверное. Да, молодец, здравствуйте. И на лоб какой-то. Он там улыбается. Но у него глаза добрые-добрые. У него глаза? Здравствуйте. После кого руку помыл? Иерусалим – стена плача. Весь град великий становится сегодня стеной плача. Плача человеческого, плача небесного. И ныне, когда в мир пришел свет, град сей остается слеп к нему и продолжает блуждать во тьме, опустившейся над ним когда-то. Встретил бедуин, живущую море красного, путников ночных, идущих в Египет. И удивился им, и сказал: «Вы такие же, как мы. Живете там, где застанет ночь, хлеб делите с теми, кто рядом». Thank you.
дорога меж гор, удивительно слепленных природой. Дорога к Синаю. Предстала пред сыном человеческим тропа на Синай, вершину великую, где Моисей записал закон древний. Молвил Моисей волею великой. Безжизненная земля лежит пред вами, голые камни, песок, колючий кустарник и так мало людей, стремящихся к истине. Те чада, что проживают ныне на земле сей, не знают о том, что происходит вокруг. Тем более они не знают то, что было 3000 лет назад, когда молвил Господь Великий закон свой, дабы запечатлел его я, раб Божий Моисей, на скрижалях каменных, и дабы отдал сии скрижали народу своему во благо жизни будущей. Но не познал народ сих законов, отторг учение, данное Господом. И свершается сие постоянно из рода в род, от человека к человеку. И ныне та же самая судьба грядет для многих. Горе тем, кто не познал закон древний, горе тем, кто не познает закон нынешний. Ныне пред ними великая дорога вечности, которая может быть не познана. Но да не будет сие поздно.
Ευαγγελισμού Ισχύριου, τη κατά είναι ο Άγιο, λίγο σαν έντυπη και ορκίστησαν, ο Δήμη έλεγε ότι θα κοιτούνται Τότε έσκαψαν λοιπόν σε δόμο και άκουδε που αυτόν έβγαλε καθού τρόμο, ετάκησαν πάντε οι κατοικούδιου βασιλεύων τον αιώνα και επ' αιώνα και έτσι. Ότι εσύ δεν είπε ω Φαραώ, συνάρμαση και αναβάθε στη θάλασσα και επήγαγε επ' αυτού. Είδαμε, μπράβο. From now. There is no past. Such a new religion. Pardon? То есть это новая религия? A new confession. А она спрашивает, то есть у нее нет прошлого? А прошлое ее начало... You believe in Jesus Christ, of course, right? От начала бытия. Its past starts from the beginning of the being. Right. Множество названий придумал слепой человек. Multiple names of religion have been invented by man. I understand. Yes, because our religion is not invented by man. By the Son of God. It's based on the sacrifice of the Son of God. On the cross, the resurrection of the Son of God. На том, что в свое время Сын Божий принес себя в жертву. На этом строится вера всех христиан. This is on what the faith of all Christian is based. Yes. Yes. Но если сказано было, если дом разделится сам в себе, But it was said, if the house is divided by itself, then It will fall. Right. Если вера разделилась сама в себе, ей нет цены. And if the faith has divided in itself, it has no value. Yeah. So it means we should go outside maybe to discuss further. There are some other fellows. Why don't they come here? I'm going to go to the dark place here. Да, да. Because we want to. It's very interesting. It's very interesting. If, yes. Очень интересно то, что. If this is if this is the true reality to believe in your. Если это истина, то мы готовы в нее поверить. Who's your leader? This is your leader? Yes, this is our teacher. Значит, это кто? Ваш лидер? Is he a prophet? Это наш учитель. He's a prophet. Он ваш пророк? He is the one who has brought the key for the unification of all humankind. Because he has brought the teaching on the basis of what all religions and all nations will be united. What's his name? His name is Виссарион. Виссарион. Мы было предложение сказать людям. Они же сами произнести сейчас здесь. То, что возвестит отец, а потом готов ответить наш Бог, мы будем на другом месте. Now he is ready to say what is said now by Father, by Heavenly Father. And after that, за паршиаш да не дойти до дыры, я шаг уже по настройке на голову полинера. Ты что же бьешь меня с этим русским человеком? Да, Outside. Outside. Not yet. Yes. Outside. Not yet. Yes. Outside. Not yet. 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 Out
I have come here by will of God. Yes, but we are. If you are ready to be against the will of God, we have to Я сюда пришел к вам из России. I have come here to you from Russia. Пришел по воле Бога. I have come here by the will of God. Чтобы возвестить вам волю Его. So that to say His will. Έτσι και για να πω την, το θέλημά του, να εκφράσω το θέλημά του. Вы же не зная меня. You, without knowing me. Εσείς χωρίς να με ξέρετε. Устанавливаете время. Want to fix some time, some period of time for his speech. Θέλετε να με περιορίσετε χρονικά. И даже закрыли передо мной двери храма. And even you have closed the doors of the temple in front of me. Вы взяли на себя смелость. You have taken the courage судить о том, чего не ведаете. To judge about what you are not aware of. To judge about what you don't know. Так вот услышьте, что повелевает вам Господь. So to listen the will of God. May I interrupt him because there is misunderstanding about the church is not ours. Belongs to St. Catherine Monastery. Извините, я хочу вас перебить. Дело в том, что церковь принадлежит к ортодоксальной, является ортодоксальной, и мы бы с удовольствием бы вас послушали. Дом Божий принадлежит только одному Богу. The house of Lord belongs only to God, only to God. И если слепец берется закрыть дверь пред чадом Бога, and if the blind one is going to close the temple before the child of God, горе ему. Его прах ожидает его. Then, 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 he is expected by grief. Теперь уже слушайте дальше. Now listen to me further. Вы находитесь в великом времени. You are now living in the great time. Жите в мегале. Ныне завершается великий круг времени. The great circle of time is being completed now. Ο μεγάλος κύκλος του χρόνου ολοκληρώνεται. Когда однажды 3000 лет назад, once 3000 years ago, κάποτε 3000 χρόνια πριν, великий предок Моисей, the great prophet Moses, возвестил здесь законы для человека. Announced the laws for mankind. The law? The laws. The laws of mankind, for mankind. Γνωστοποίησε τον νόμο, έκανε γνωστό τον νόμο του ανθρωπίνου γένους. Άμα τα πέντε μου θα κάνει κρύβο, θα κατέβουν από εδώ. Люди приняли эти законы. People accepted these laws. Ο κόσμος δέχτηκε αυτή την νομοθεσία. Но истинно говорю вам, никто не из вас не исполнил их. But truly I say that no one of you has followed these laws. Посему ныне наступает время. Και σας λέω, κανένας δεν ακολουθεί αυτούς τους νόμους. That's why time is coming. Γι' αυτό ο χρόνος έρχεται, φτάνει χρόνος. Which time? Ο καιρός φτάνει. Which time? Когда предстоит возложить на вас последнее слово. When the last word is to be set upon you. Судное слово. The word of judgment.
The word of judgment. Этим словом завершить беззаконие на земле. And to complete the to complete on this earth, to get through on this earth with the laws which are not followed by people. Вы много говорите о своей вере. You are talking too much about your faith. Μιλάτε πάρα πολύ για την πίστη σας, για το πιστεύω σας. Где каждый выделяет свою веру как более истинную. Where everyone wants to separate his faith as most truthful. Однажды сказано было для вас. Once it was said to you. Σας έχει υποθεί. Μιλάμε πάρα πολύ γιατί τονίζουμε την πίστη μας, με λίγα λόγια, την δική μας. Дом, разделившийся сам в себе. The house which is separated by itself, in itself, рухнет. Will fall. Το σπίτι που, πώς είμαι, που είπα πριν, διαχωρίζεται. Χωρίζεται στα μέρη του. Πέφτει. Κατεδαφίζεται. Δεν θα κατεδαφιστεί, γιατί είναι στην πέτρα στερεωμένο. It depends in which, if it's found in well, will not fall. If it's found it well, it's found it если у дома хороший фундамент, то он не рухнет. Царство, разделившееся само в себе, рухнет. The kingdom, which is separated in itself, will fall. Посему, если вера разделилась сама в себе, that's why, if the faith has divided in itself, ей нет цены. Has no value. Έχει κομματιαστεί από τον εαυτό της, δεν έχει αξία. Отныне должно вам познать и веру истинную. From now on you have to understand the true faith. Και πρέπει να καταλάβετε πλέον την αληθινή πίστη. Ибо верующий прежде тот человек. Because only that one is to be considered a faithful man. That which one? Who? Listen. Αυτός είναι ο πιστός, άνθρωπος. Кто возымел безмерную любовь к ближним своим? Who has immeasurable love to those who surround him. What love? Immeasurable. Αμέτρητη αγάπη για όσους τον περιβάλλουν. Και δεν είναι καινούργιο, το ίδιο που Χριστός. Ναι, δεν μας λέει. Όλα γνωστά, δεν μας υπηρετούν. Вы знаете, что частица Бога находится в каждом человеке. You know that part or particle of God is inside each man. Ένα μέρος του Θεού είναι μέσα στον κάθε άνθρωπο. Ναι, το ξέρουμε. Поэтому, если у вас в жизни есть хотя бы один человек, которому вы питаете негодование. That's why if there is at least one person in your life whom you whom you hate. Ώστε αν υπάρχει και ένα πρόσωπο στη ζωή σας που μισείτε, λέει. Значит, вы питаете негодование к Богу. That means that you hate God. Мисите то Тео. Сменяйте мисите то Тео. А значит, не смейте называть себя верующими. And that's why you can't dare to call yourself believers. But just a minute. I want to interrupt him. Извините, я хочу вас перебить и спросить. To tell me, he told us. Я не закончил речь свою. I have not yet finished, please. He has not yet finished. Я не завершил. He has not yet completed his speech. Let him finish. Okay. Because he accuses us, he doesn't know us. We're Christian Orthodox. Почему вы нас обвиняете? Вы же нас не знаете. Okay. Continue. Посему и воистину говорю вам. So I truly say. Именем Бога живого. By will of living God.
Αληθώς σας λέω με τη βοήθεια του αληθινού Θεού και να Я пришел к вам от пославшего меня. I have come to you from the one who sent me. I have come to you from the one who sent me. Ήρθα από αυτόν που με έστειλε. Ποιος τον έστειλε, για να δούμε. Дабы возвестить о времени судном. So as announce about the time of judgment. Για να σας αναγγείλω την ώρα της κρίσης. Да положить между вами черту. So as to divide you, to put a line between you. И разделить вас на пшеницу, на плевелы. So as to separate you. To divide you. Into the righteous one and non. Дабы отныне познали вы славу Бога. So that from now on you could understand the glory of God. И воистину скажу горе тому. And I truly say that. It is a grief for the one кто отвернется от глаза Божьего. Who will turn out from God's voice. Вы слышали? Вы слышите? И да не скажете более, мы не слышали. You have heard, so no more you will say that you did not hear. Έχετε ακούσει, επομένως δεν θα μπορείτε να πείτε ότι δεν ακούσατε. Да будет над вами воля Бога. Let the will of God be among you. Amen. Amen. Теперь я готов ответить на любой ваш вопрос. Now I'm ready to answer any of your questions. Людей. I have come not from people. I have come not from people, he says to you. Я пришел к вам от своего отца. I have come to you from my father. Έχω έρθει από τον πατέρα. Кто ваш отец? Who's your father? Тот, который дал вам жизнь. The one who gave you life. Αυτός που μας έδωσε. I want to ask him something. Я хочу вас спросить. What's your opinion about Jesus Christ? Что вы думаете по поводу Иисуса Христа? Он был, есть и будет вечно. He was, he is, and he will be forever. What he will be? He will be what? He will be what? He said he was and he will be. He was, he is, and he will be. Forever. But he will as what? As the Son of God or as what? He will exist as what? How will call him? Каким образом он будет существовать? В качестве кого? Как сын Божий? I feel that I'm prophet. Он есть God or not? Он есть живое слово Бога. He is the living word of God. The living word of God. Yes. He's not the son of God. То есть он не является сыном Божьим. А это и есть сын Божий, как и каждый из вас. And this is that means that he is the son of God as each of you. So, he doesn't say to us something new. What he has said already is very nice, but it's not something new. Вы ничего нового нам не говорите. То, что вы говорите, это все прекрасно. We say the same things. Это составляет как раз часть нашей религии. We have already Jesus Christ. Мы не можем принять какого-то другого сына Божьего. Я сказал вам о любви, которую вы не исполнили. I have told you about love, which is not followed by you. Если любовь не исполняется, вы не смеете называть себя верующими. And if you don't follow the principle of love, you have no right to call yourself believers. И поистине говорю, на земле веры сейчас нет. Почему вы говорите, что мы не следуем принципу любви? Because we have to go out of the church. What's his connection with Jesus Christ? He is his brothers, because Jesus Christ is son of God also. Поскольку Иисус Христос тоже Сын Божий, Он что тогда, ваш брат? Какая у вас связь с Иисусом? Я не пришел говорить о себе. I have not to talk about myself. Если вы увидите, что я вам говорю, вы поймете, кто я. If you see what I talk,
then you will understand who I am. Если вы не видите, что я говорю, if you don't see what I say, then it's useless to say who I am. Долина Мертвого моря, крепость Мацада, гордость народа израильского.
ушел народ древний в крепость сию, дабы быть непорабощенным великой империей. Много дней и ночей римляне пытались покорить гордую крепость, но была она неприступна. А когда кончилась вода и пища, непокоренные защитники ушли из жизни. Несуразен вопрос, никто не подозревает. Это равносильно, что я сейчас приду и спрошу, а по какому, как называется закон, по которому вы дышите воздухом? Не буду ходить у всех спрашивать, раз вы все по-разному ответите. Скажите, ну не знаю, по какому закону, как называется он. Мы дышим, живем, трудимся. И жизнь протекает, мы восстанавливаем отца, насколько умеем. Но никто не задумывается, как же это протекает. Только потому и не нужно. Дыхание – это закон естественный, по которому живет плоть человека. А вот ваша душа, она живет по другому закону. Душа, о которой многие говорят, но тайну, которую до сего времени не должен был знать никто. О ней допускалось только лишь рассуждать, гадать, предполагать. Но знать не должен был никто, а некому еще не приходило время. И вот развитие души. Оно идет по совсем уникальному закону, который не присущ мирозданию Вселенной. Вселенная богата огромными мирами, которые по разумным качествам опережают разум человека на сотни тысяч лет, порой на миллионы. Но это совсем другой закон. Законы веры не ведает никто во Вселенной, никто абсолютно, кроме вас. Вы впервые в мироздании Вселенной явили этот закон по воле Бога. Это уникальная суть, которая дана человеку и которая составляет саму суть человека. И вот закон веры – это то таинство, на основе которого развивается душа человека. Ее бессмысленно как-то называть, потому что этот закон, он один у всех. Людей идет всегда по одному пути и начинается от одного источника. Как бы кто его ни пытался назвать, он у всех один и тот же. И чем больше люди дают этому название, тем больше они делят друг друга между собой, отдаляя все дальше и все больше затормаживая при этом свое развитие. Закон веры прост. Надо поверить Богу и сделать все то, что Он сказал. Все. Если это искренне исполняется, ни один закон вам просто не потребуется. Вы никогда не сможете его нарушить, даже не зная о нем. Это невозможно нарушить. Если вы внимательно идете по внутреннему глазу, который звучит у вас постоянно внутри в вашем сердце, он возникает всегда самым первым. При любой ситуации это самый правильный ваш шаг. Надо сделать его искренне, не боясь, что вам скажут, что кто-то может показать вам пальцем. Смело исполнить его. Не думая даже, лишитесь вы жизни или нет. Потому что боится этого только неверующий человек. Случайностей не бывает. Если кому-то надлежит покинуть эту плоть,
Так он не все равно покинет. Стоит ли тогда суетиться, впадать в сумятицу, кричать о чем-то, хватать вроде палку? Так ступай вперед достойно. Отец ведь рядом. Отец все видит и все, что надо, у вас всегда ждет. У вас уникальный путь, у каждого. Он индивидуален. Но надо поверить отцу и сделать то, что он заповедовал. А он заповедовал одно. Суметь отдать свое сердце окружающим, не потребовав взамен ничего. Чтобы это распространить массу. Все делается. Надо не забывать, что есть еще сила, которая этому противостоит, и она очень не хочет, чтобы это распространялось. И именно это, а не что-то другое. Все другое, пожалуйста, но именно это, эта сила не хочет, чтобы она разошлась. Поэтому здесь придется серьезно потрудиться над всем. Для этого нужно привлечь такие структуры, которые могли бы помочь. У этих структур сразу начинает все ломаться. Это уже опыт. Каждый, кто хочет просто с благого пожелания помочь, но не принимающий веру, у него в короткое время все ломается, он находится в сумятице, он ничего не может понять. Духа, да? У него ничего не может понять, почему так внезапно все рухнуло. Хотя все было прекрасно. Таких уже претерпело здесь очень много жаждущих. Поэтому ребята, они в основном делают все сами, насколько они умеют. В Назарете, Тель-Авиве, Иерусалиме были встречи с возжаждавшими. И принимали слушающие Слово Божье в сердце свое, и просили благословения. Будь благословенна. Да будет любовь на устах рука твоих. Да будет поступь твоя крепка, руки тверды, сердце излучается лицом лишним. Иерусалим, старость одолела тебя, и кончина внешнего уже попирает врата твои. Долгий путь ты прошел пред лицем Господним, и путь сей далеко не всегда был увит цветами славы. Ибо ты одинаково рождал и героев, прославлявших имя Господне, и тех, кто умолял славу Его невежеством своим. По воле Божией ты вновь и вновь поднимал из праха стены свои, дабы именем своим собирать народы. Но как больно было видеть слепость твою, когда бил ты пророков и простирал руку против пути воли Творца. Однажды я вошел через врата твои, и сбылось предначертание. А ты не ведал о сём,
и уверенно прибил гвоздями истину ко древу. Тогда тьма навеки опустилась на чело твое, но это не был конец твой. Ты стал умирать медленно, продолжая еще бытием своим подталкивать устремленных ко свету, а ныне уж немногие дети твои продолжают повторять имя твое с почтением, ибо возымела над ними более власть Мамоны, князя мира сего. И вот я вновь пришел к вратам твоим, но они наглухо запечатаны камнем холодным. И горько видеть мне пред собою хлад сей безмолвный, а ты из-за хлада сего уж не слышишь стук мой. Ты представляешь себе приход мой со всполохами огненными, когда пришед, я отворю врата сии ударами громовыми. Но ты ошибся, ибо не познал таинства славы Божией, так как пред истиной его двери отворяют сами жаждущие. Услышав стук тихий, долго ожидаемый, и тот, кто бдителен, он наполнится влагой животворящей, но тот, кто спит, убаюканный грезами о Божием, канет в пустыне вечной, с горлом пересохшим. И вот стучу во врата твои тихо, но безмолвием наполнены камни твои. Что ж, путь мой дальше возляжет туда, где определилась земля новая, и новому Иерусалиму стоять должна, обетованию новому расцвесть на земле той. Прощай. Земля отцов древних. И да не скажешь потом, я не слышал стука твоего.